Меня зовут Слепцов Айхал. Тема моего доклада – нарты. Объектом данного исследования – транспорта, промысловое собаководство, в частности собачьи упряжки, нарты. Коренные народов севера – чукчей, эвенов, югагыров, якутов и так далее. Задачей исследования является краткий анализ разновидностей упряжек, технологии изготовления нарт. Гипотеза – нарты и собачьи упряжки наших предков через столетия не теряют свою актуальность, как промысловый транспорт. Например, в стадии моего дедушки в римнее время не обходилось без нарт для добычи рыбы и диких оленей. Нарты – длинные узкие сани, используют для езды на собаках и оленях и на буранах. Для этого они снаряжают особенности легкие и узкие сани, называемые нарты, кладут на них. Табаган канадских индейцев, восточно-сибирская нарта, либецкая собачья нарта, старинная и тюрьменская нарта, чуковская нарта, эскимосская нарта. Мой дедушка Яков Егорович на Буране зимой использует различные сани для снегохода. Стадо дедушки находится очень далеко, и современные сани способны доставить всевозможные виды грузов. Конструкция сани такова, что при движении попадает точно вслед от снегохода. В заключение хочется отметить, что нарты и собачьи упряжки наших предков через столетия не теряют свою актуальность, как промысловый транспорт, считаем доказанной. Спасибо за внимание.